Ученые из лаборатории исторической генетики Московского физико-технического института в 2020 году выяснили, что подросток, останки которого были найдены в конце 1980-х годов в одном из скифских могильников на берегу Енисея, на самом деле был девушкой. Исследуя генотип археологических останков, можно увидеть, как менялись народы, как шла миграция в разные исторические периоды и даже получить представление о бытии и событиях, предшествовавших захоронению.